Я депутат городского совета 4 созыва, и все 4 созыва я был против огульного повышения тарифов нашей городской власти. Фракция политической партии «Наш край» — это политическая партия против огульного повышения тарифов, и свою оценку даст на сессии городского совета. А теперь о экономической составляющей я подготовлен документ. Правильно ли я понял, что сегодня исполком городского совета рассматривает два файла? Файл... Нет, один, только повышение тарифов. Один вопрос. Расположение по будутковых тарифов. Тогда по этому вопросу по... Это файл ВВС-019, правильно? Нет, ПВ. ВДГ-125. Какой файл вы сегодня работаете? 019. Можно сказать? Радуюсь, что члены исполкома получаются в электронном виде, только я не вижу документов соответствующих электронных. ВИСИ 019. 019, да? Господа, решение в ГИИ вводится согласно того файла 15.01.17 года, вчерашним числом. Такого быть не может априори. Это по результирующей части. А теперь по экономике. Этот вопрос рассматривался на прошлой неделе. Ну, несете изменения. Да-да. Теперь об экономике. Сегодня докладчики ни один не сказал о том, о чем говорят депутаты городского совета, о том, о чем прорабатывали в 2014-2015 году. Полько тогда был, работал заместителем директора департамента. Это оптимизация структуры управления. Вы поднимаете тарифы для людей и за счет людей. Это нужно помнить. А как оптимизировалась структура за это время? Скажите, вот здесь говорили, что произошло сокращение. Какие ЖЭКи сократили? На сколько людей? Как было раньше? Как сейчас? Где наработки рабочей группы, членом которой вы являлись в прошлом созыве? Они учитаны здесь? Судя по докладу, не учитаны. Второй момент. Здесь говорят о социальной справедливости городской голова, но нельзя забывать то, что держава делегировала социальную защиту населения. Сколько у нас количество пенсионеров попадает под повышение тарифов, на которых не коснулось увеличение до минимума 3200? Есть ответ? Всего можно сказать, что у нас около 146 тысяч пенсионеров. Значит, если есть автоматизированный расчет, значит, тогда нужно примерно было бы знать, как среднестатистического николаевского пенсионера коснется повышение цен, на какую сумму, и возможно найти средства в городском бюджете для того, чтобы дотировать хотя бы эту группу населения. Это в частности о социальной справедливости. Есть несколько путей решения вопроса. Это поднятие тарифов и дотация городского бюджета. Можно найти некий симбиоз в данном вопросе. Но есть же субсидия. Александр, если стоит задача поднять тарифы и для того, чтобы человек имел, так сказать, дубинку, это было как дубинка перехода в новые формы хозяйствования, то я считаю, это неправильно. Надо нам еще сохранить старую систему, и прежде чем поднимать тарифы, надо их сделать экономически обоснованными. То, что разработана автоматизированная система и проделана большая работа, да, это плюс. Но не учитываются некоторые факты социальной справедливости. Ну и последнее. Мы говорили о работниках коммунальных служб, частных предприятиях, а скажите, какая-то сумма, на какую сумму увеличится фонд заработной платы всех работников коммунальных предприятий, ЖЭКов и частных компаний? Есть расчет? Представители ЖЭКов, любой ЖЭК. Я обращаюсь к вам. Вы же разработчик, обращаюсь к Полько. Вы же департамент ЖЭКа. Мы говорим об экономической обоснованности тарифов или социально-политической. Как-то вы все это вместе так закрутили. И мне тяжело даже в этой мере ответить. Если у вас есть конкретный вопрос, конкретный ЖЭК вам ответит.
до какого состояния довели за 4 чьих-то каденции? Господин ректор, отвечаю вам конкретно. Если вы не понимаете, что такое оптимизация структуры управления, я все понимаю, будучи, зря понимаете, так да. Дайте тогда конкретный ответ. Второй момент. Как у нас закупают товары и комплектующие в ЖЭКах? Как можно ознакомиться с методикой? Все. С какого времени? Момент введения. Момент введения. Все это пользуются? Все, вопрос отпал. Ну и последнее. Рекомендация. Я считаю, что данный вопрос надо было подготовить качественнее. Не забывайте, что бы ни говорил кто о политике,